Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажем немножко про подгонку кузовных деталей на примере порогов на другие автомобили. К нам приехал вот такой автомобиль Alfa Romeo какого-то лохматого года. Клиент попросил какие-нибудь дутые пороги. Мы ему предложили вот такие широкие пороги от Hyundai Accent. Они же от Ford Focus, то есть они на акцент были подогнаны от Focus. Ну, будем подгонять от акцента. Если их примерить так вот визуально, то тут получается такая картина. Они короче где-то сантиметров на 10. Их нужно удлинять и вот это место перетачивать. Вот, будем показывать, как это делается. Итак, перед подгонкой обязательно заклеиваем все места прилегания малярным скотчем, чтобы не поцарапать красочку. Тут на этом автомобиле сложность в чем? В том, что человек потерял пороги. Вот так дверь открывается. И крепить тут просто не к чему. Тут, ну, получается, железо у него толщина всего лишь сантиметр. Поэтому мы сделали вот такой вот уголок саморезами, чтобы было хоть к чему крепиться. А этот уголок потом сверху порогами закроется. Так, примеряем порог. Вот мы видим, насколько это все не подходит. Это все надо обрезать. И до конца его не хватает. Сделали вот такую отметочку по крылу. Сейчас это все дело вырезаем и снова примеряем на машину. Заднюю часть мы уже отрезали, потому что ее как бы не надо сразу. Так, вот здесь вот уже закреплено, подрезано как надо. Вот эти стеночки мы нарастим. Тут тоже нарастим дырочку. И вот это место тоже будет наращиваться. Так, первая задача — выставить ровненько, чтобы порог был идеально ровный. Для этого берем все, что попадается под руку. Например, такая доска. Ставим вот так. Саморезиком прямо через пластик доски. Надо ровно на 10 сантиметров его расширить. Чертим линию, по которой нам нужно выставить. И выставляем вторую сторону. Обязательно смотрим, чтобы все было ровненько, все стреляло. Смещение даже на 1 мм влечет к тому, что порог просто на место не встанет. Проверяем плоскости линейки. Нормально стреляет. Так.
теперь остатки прихватываем на термоклет, чтобы у нас все примерно. Мы подливаем и притягиваем. Так, вот эту часть выставим такой досочкой. Тут уже можно термоклет. Сверху наш любимый АБС пластик. С задней стороны тоже приклеиваем на АБС. Вот такая конструкция у нас получилась. Все выставлено. Тут все. Еще раз проверяем рулеткой. Десять. И тут 10. Так, теперь это место обрабатываем спиртом кропятым для придания разделительного слоя, чтобы у нас все это не схватилось одним комком. Так, с этой стороны мы тоже приклеили АБС пластик. Тут обработали кропятым спиртом. И вот эту часть мы нарастили из картона. Все, теперь засмаливаем. Берем, замешиваем смолу с отвердителем. Отвердитель, как всегда, кладем чуть-чуть побольше, чем надо. Тщательно размешиваем. Загущаем аэросилом также. Экзотропности. И начинаем наносить. В этот раз используем 300 стекломат, два слоя. Его сразу можно пропитывать на изделие. Всегда подгоняется сложно первый порог, второй проще, потому что его уже делаешь по аналогии с первым.
так, что при какой-нибудь сложной подгонке сидишь весь день, подгоняешь, все выставляешь, а смотреть минут 10, ну 15 максимум. Все, вот здесь закидали стекломатом. Здесь 900-й стекломат. И в этой части тоже 600-й. Все, оставляем сушиться. И примеряем. Итак, вот мы оборвали картон. Остаются вот такие вот поверхности. Здесь саморезики потом высверлятся, уберутся, если у нас нарост, и здесь наростик. Так, здесь мы выпилили, тут выпилили, тут распилили. Вставочка также получается 10 сантиметров. И с этой стороны вот это место тоже наращиваем. И вот эту крепежную поверхность тоже удлиняем. После опиловки поставили порог на место, прикинули, прикрутили. Тут у нас вставочка. С этой стороны крепление. Дверь открывается. Тут порог у нас на герметике будет сидеть. Дверь тут тоже ничему не мешает, все у нас на полочке сидит сверху. Разрезали и засмолили второй порог. Вот у нас первый, вот второй свеженький. Тут все таким же образом сохнет. Вставочка 10 сантиметров. Тут. Тут уже готово. Ждем до завтра. Достаем, опиливаем и перемеряем на машину. Итак, вот пороги у нас уже зашкурены. Прошпаклеваны все где надо. Вот тут немножко осталось. Все, готово к грунтовке. Все, пороги загрунтовали. Теперь можно устанавливать на автомобиль.
Вот такой вот автомобиль у нас получился. Вот наши пороги. Двери открываются. Нигде ничего не шоркает. Тут зазорчик. С другой стороны. Они пока толком не закреплены, они еще будут перетягиваться пленкой и потом уже крепиться на герметик. Вот внешний вид. Всем спасибо, не переключайтесь. Это все гораздо больше, чем тебе видно. Это все гораздо больше, чем тебе слышно. Это все гораздо больше, чем тебе понятно. Это все гораздо больше, чем тебе видно. Это все гораздо больше, чем тебе слышно. Это все гораздо больше, чем тебе понятно. Это все гораздо больше, чем видно и слышно. Наверное, я не в силах перечислить всех по именам героев.